В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. День учителя на объектах атомной отрасли. В департаменте образования прошла встреча в рамках ежегодного проекта. Капсула времени. В городском музее открылась новая выставка. Норматив ветерана мастера спорта международного класса. Саровчанин Юрий Пенигин – чемпион мира по самбо. Далее расскажем обо всем подробно. В Доме учителя прошла очередная встреча в рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли». В ней приняли участие педагоги школ города и старшеклассники. На встрече говорили о международных научных работах в ЦЕРНе и вкладе градообразующего предприятия в фундаментальную науку. Подробности далее. Дмитрий Будников в далеком 1999 году был среди тех, кто в составе делегации сотрудников РФАЦУНЕФ работали в Европейском центре ядерных исследований. Свою лекцию для учителей и учеников школ города он разделил на три условных части. И первый посвятил истории создания ЦЕРНа и людям, которые в нем работают. По словам заместителя директора Института ядерной и радиационной физики, более половины ученых-физиков в мире так или иначе связаны с работами, которые проводят в этом международном научном центре. Эти ученые представляют более 500 научных центров и порядка 80 национальностей. Но национальный вопрос в ЦЕРНе, как сейчас модно говорить, что достаточно толерантная организация. Среди тех, кто присутствовал на лекции, были учителя нашего города, которые, пройдя конкурсный отбор, попали в эту программу. Наталья Ларионова побывала в ЦЕРНе 5 лет назад. Как рассказал педагог лицея номер 15, поездка получилась очень насыщенной и познавательной. Это как раз та самая возможность, когда учитель погружается в современную науку, где он общается с современными учеными, которые находятся на краю науки, где у него есть возможность посмотреть все эти детекторы ватчелодронного коллайдера. В декабре этого года пройдет еще одна встреча в рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли». А опыт, который был получен в ходе встречи сотрудников градообразующего предприятия, преподавателей и учеников школ города, будет приумножаться. Следующая лекция будет подготовлена сотрудниками Института физики взрыва. А значит, можно быть уверенным, будет очень интересно. Саровский медицинский колледж был основан в 1959 году. У выпускников 9 и 11 классов нашего города есть возможность получить образование по двум специальностям – сестринское и лечебное дело. Для желающих узнать, чем живет и дышит Саровский медколледж, здесь проводят дни открытых дверей и экскурсии для будущих студентов. Скелет человека, кровеносная и нервная система, муляжи взрослого человека и ребенка. Каждая аудитория медицинского колледжа вызывала у ребят неподдельный интерес. Дарина Комкова попробовала себя в роли медсестры педиатрического кабинета и попыталась запеленать ребенка. Мне очень было интересно, что тут происходит, как все вообще, чем занимаются, потому что я еще не выбрала свою дальнейшую профессию. Пройдя почти по всем профильным аудиториям, девятиклассники могли примерить на себя роль студента медколледжа и оценить свои возможности в области анатомии человека. Кому-то показалась эта профессия увлекательной, другие поняли, насколько ответственно лечить людей. Мне заинтересовало то, как именно пишут рецепты таблеток, там латинскими буквами, и мне очень интересно, как именно это пишется. Экскурсия в медицинский колледж девятиклассников 7-й школы – это уже традиция, которой более 15 лет. Посещение колледжей и техникумов – один из элементов профориентации старшеклассников. Составной частью предпрофильной подготовки является организация экскурсий в учебные заведения нашего города и на предприятия нашего города, чтобы ребята к концу 9 класса смогли определиться, куда же им пойти после 9 класса. Для тех, кто решил получить среднее профессиональное образование на базе 9 классов, знакомство с учебным заведением, так сказать, изнутри, помогает определиться с выбором специальности. Вот в медицинский колледж и в политехникум очень много остается детей. Вот мы практически каждый выпуск, из каждого выпуска человека 2-3, они остаются и вот именно остаются в медицинском колледже. Для тех, кто не определился с выбором будущей профессии, медколледж приглашает на день открытых дверей 20 ноября в 15:00. Комитет по управлению муниципальным имуществом напоминает, что горожане, имеющие право на приватизацию жилья, могут получить эту услугу безвозмездно, обратившись в кабинет 121 здания городской администрации. В Сарове остается больше 1000 неприватизированных квартир. В этом году жилье в собственность оформили 47 семей. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-51. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В
следующую среду, 21 ноября, в Сарове пройдет горячая линия «Будь независим». Позвонив по номеру 99313, граждане смогут получить бесплатную консультацию психолога по вопросам зависимости и созависимости от наркотических и психотропных веществ. Горячую линию запустят в рамках второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью». Клиническая больница номер 50 завершила переход на цифровую телефонию. Теперь связаться с медиками можно только по номеру 95511. По нему можно получить справочную информацию, записаться на прием к врачу и вызвать доктора на дом. После перехода на новый тип связи саровчанам больше не нужно по нескольку раз набирать один и тот же номер в ожидании длинных гудков. Можно просто оставаться на линии до ответа первого освободившегося специалиста. Президент России Владимир Путин поздравил уроженца Сарова Михаила Заломина с победой на чемпионате мира по акробатике. «Вы продемонстрировали великолепное мастерство и по-настоящему спортивный характер. Уверенно обошли опытных соперников и по праву стали лидером в этом виде соревнований», указано в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля. Напомним, на прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате мира Михаил Заломин стал первым в прыжках на двойном мини-трампе. В карьере саровчанина этот титул стал уже шестым по счету. В городском музее открылась выставка «Лики русской иконы» из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Это единственный в России музей, который хранит множество материалов о русской художественной культуре Средневековья. В экспозиции представлены уникальные копии иконописного наследия русских мастеров, а также образы, написанные для храмов. На открытии выставки побывала наша съемочная группа. Сотрудники Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в нашем городе уже в третий раз. В этом году они представили саровчанам копии работ русских иконописцев. Эти копии были созданы благодаря уникальной методике, которая воспроизводит малейшие нюансы, малейшие частицы просто вот образа оригинала. Каждый год коллекция музея пополняется новыми экспонатами, а сотрудники выезжают в заброшенные храмы, сел и деревень и находят древние образы в самых необычных местах. Некоторые из икон использовались в качестве дверей, столешницы и полок в сараях. После этого с каждой найденной реликвией работают хранители, реставраторы и художники по восстановлению первоначального вида. Главная задача любого музея – это в первую очередь сохранение, популяризация, публикация – это все уже потом. А сначала, наверное, музеи создаются для того, чтобы сохранить для потомков. Одна из самых ценных находок музея – икона Спаса Вседержителя. Ей отведено особое место на выставке. Ее история начинается в далеком 13 веке. В сокровищницу музея лик святого попал несколько лет назад. Был такой художник Василий Яковлевич Ситников. Он был ценитель, собиратель тоже древней живописи. Он подарил в музей икону, которая после раскрытия, после проведения реставрационных работ стала, наверное, главной жемчужиной нашей коллекции. Зрители получили возможность познакомиться с разнообразием иконописного наследия русских мастеров, смогли увидеть образы, написанные для храмов и домашних иконостасов, а также открыли для себя неповторимый мир русской иконы и познакомились с особенностями художественного языка мастеров иконописи Москвы, Твери, Новгорода, Ростова, Поволжья, Русского Севера. Мы получили большое-большое удовольствие, побывав на этой выставке и услышав сокровенные мысли и сокровенные работы, как создавались эти работы. То есть мы в восторге. Впечатление такое самое трогательное, самое благостное. Ну, в общем-то, очень понравилось. Приобщиться к искусству старинных иконописцев могут все желающие. Выставка в городском музее продлится до середины января 2019 года. Почувствовать себя настоящим комиссаром или мафиози может каждый желающий. Вот уже почти 4 года в Сарове существует клуб салонной мафии «Закрытый город». Каждую неделю он собирает на своих играх горожан различного возраста и профессий. Мафиозники регулярно выезжают на областные и общероссийские турниры и становятся лучшими игроками региона и страны. А 17 ноября «Закрытый город» откроет свои двери для новичков. Для одних он Александр Прапорщиков, сотрудник ядерного центра, для других – господин Лазар, мастодонт в мафии. В рядах мафиозников Александр с первого дня основания клуба «Закрытый город». Молодой человек принимал участие во многих турнирах и не раз становился лучшим игроком. Салонная игра помогает ему приобретать новые знакомства и развивать в себе определенные качества. Главное не волноваться, держать себя в руках. Вот самое главное в мафии, вообще в игре, это она чему учит? Это сдержанность, чтобы ты был сдержанный, хладнокровен. Ну, даже если ты мафии первый раз играешь и промахнулся, даже ты не должен себя выдать.
То есть играть свою роль. В мафии нет имен, здесь только ники. Среди игроков можно встретить салфетку, сладкоежку, зяблечко, господина Никто и даже счастливчика. Главное правило – быть предельно осторожным. Чтобы вычислить мафию или, наоборот, скрыть от других свою черную карту, нужно уметь логически думать и грамотно излагать свои мысли. Мафия – это весело, это круто. Здесь ты можешь найти новых друзей. Здесь можно очень интересно пообщаться, выпить вкусного чая, кофе. Просто провести вечер в отличной компании. Быть членом клуба «Салоны мафии» «Закрытый город» – это не только проводить вечера в молодежном центре за игрой. Мафиозники регулярно принимают участие в областных и всероссийских турнирах, где становятся победителями и привозят домой кубки и медали. Также организаторы стараются придумывать для любителей этой интеллектуальной игры различные акции. Одна из таких – «Тайный друг». Это уже третий раз проводится данная акция. Суть ее заключается в том, что 26 человек, 13 мальчиков, 13 девочек в течение месяца дарят друг другу какие-то подарки. Сделать это надо как-то скрытно, чтобы твой друг не узнал. Поэтому акция и называется «Тайным другом». А именно 17 ноября, на дне рождения мафии, будут подводиться итоги этой акции. 17 ноября примерить на себя роль шерифа или дона мафии сможет каждый желающий старше 15 лет. Клуб «Салоны мафии» «Закрытый город» приглашает саровчан на 4-й день рождения. Игры пройдут в банкетном зале на улице Академика Сахарова. Начало в 20:00. Более подробная информация в группе ВКонтакте. Хоккейный клуб «Саров-Инвест» начал выступление в высшей лиге чемпионата области. Свою первую игру в новом сезоне наша любительская команда провела на выезде против Дзержинского «Урана». Уже в эти выходные саровчанам предстоит принять на своем льду хоккеистов из города Павлово. Вторая игра высшей лиги чемпионата области пройдет 17 ноября в час дня. Подробности далее. В прошлом году после 7-летнего перерыва «Саров» вернулся в областной хоккей. Тогда команда «Саров-Инвест» выступала в первой лиге и показала блестящий результат, став чемпионом и уступив в сезоне всего в одной встрече. В том году клуб вышел в высшую лигу, а значит, игры будут жестче и зрелищнее. В этом году играем в высшей лиге. Соответственно, такого, как в прошлом году, таких счетов уже не будет. Здесь все команды более-менее равные, поэтому здесь все будет решаться там буквально в концовках. Одна-две шайбы будет делать результат. В соревнованиях высшей лиги Нижегородской области принимает участие 8 команд. Турнир проводится в 2 этапа. Всем хоккейным клубам предстоит сыграть 14 игр. 7 в первом круге и 7 во втором. После чего все команды выходят в плей-офф, где матчи будут проходить до 2 побед. Учитывая высокий уровень подготовки соперников, «Саров-Инвест» усилил состав команды новыми перспективными игроками. Привлекли молодежь, то есть набрали ребята там 98-го, 2000-го года. То есть мы держим курс на омоложение состава и привлекаем воспитанников ДЮСШ в нашу команду, чтобы у них была возможность играть. Первая домашняя игра команды «Саров-Инвест» в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги области состоится уже в эту субботу в 13 часов. Спортсмены примут на своем льду гостей из Павлова. Вход свободный, а для тех, кто не сможет попасть на матч, в группе хоккейного клуба ВКонтакте будет идти прямая трансляция. Там же опубликовано полное расписание игр. В Марокко завершился ежегодный чемпионат мира по самбо среди мастеров-ветеранов. В соревнованиях приняли участие представители 32 стран, всего 450 бойцов. Саровчанин Юрий Пенегин выступил в категории до 100 килограммов. Обыграв сильного соперника в финале, спортсмен завоевал титул чемпиона мира. По результатам турнира Юрий Пенегин выполнил норматив ветерана мастера спорта международного класса. До очередных международных соревнований у Юрия Пенегина времени еще предостаточно. Но даже будучи дважды чемпионом мира по самбо, среди ветеранов мужчина продолжает упорно тренироваться. Надо держать себя в постоянном тонусе и показывать положительный пример детям, которые занимаются в дюшикар. Я же вижу молодежь здесь. Они же все тут глазами горящими смотрят и подсказываешь им, когда, конечно, что-то где-то они не так делают уже. Им это приятно. Для того, чтобы стать дважды чемпионом мира несколько лет назад, Юрию пришлось полностью изменить свой подход к образу жизни. Мужчина раз и навсегда попрощался с пагубными привычками, упорядочил свое питание и несколько раз в неделю проводит интенсивные тренировки. Мне нравится это. Это как хобби для меня, например. Кто-то ходит там на рыбалку, ездит, кто-то там с машинами ковыряется. Мне нравится бороться. Это в свое время, в молодости, мы не успели это все захватить в полном объеме. А сейчас, и во-вторых, это позволяет мне держать себя в форме всегда нормально. Как признался Юрий, победа на чемпионате мира в Касабланке досталась ему нелегко. Одним опытом выиграть невозможно. Перед финальной схваткой борец просмотрел все бои своего соперника, учел его сильные и слабые стороны и правильно выстроил стратегию и тактику встречи. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня.
Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.